Девочки, доброе утро. На часах 7:59, ровно минуту до звонка. Я прям бегу, запинаюсь. Вот. Смотрю, наш кабинет не открыт, значит, сейчас сразу на второй этаж надо идти, не заходя в него. Вот. Холодно, смотрю, видите, позамерзали стекла, машины уже все, мороз ночью. И чувствую, прям обжигает. Вот. На дачу поеду завтра, скорее всего. Сегодня не поеду. Завтра съезжу, спокойно все сделаю там. И все уже. На зимний покой. Центра стремительного ускорения, а также его связь с периодом и частотой. Девочки, все, пошел я домой. Прорешали мы один вариант ПГ на элективе по обществу. Вот. На улице мороз. Минус-то еще есть, мне кажется, все равно прохладненько так. Вот. Сейчас я до бабушки зайду быстренько, к ней заберу. У нее салаты, она приготовила, она решила у себя их приготовить, вот, и я их к нам отнесу. Ну, это на вечер, вот. Все-таки, короче, мы решили на дачу не ехать, потому что, ну, мороз прям конкретно, то есть уже не лето. Если Вовин день рождения мы отмечали на даче, потому что, ну, было тепло, еще сентябрь был, то есть сейчас уже как бы холодно. Уже прохладненько, уже не особо приятно, вот. Блин, утром шел, прям иней был на этой, на траве. Сейчас уже прошел, уже не видно. Но это было красиво, прикольно довольно. Девочки, вот, кстати, закатали им парковку. Вообще хорошо, просто. Уже эти местные наши мужики расчертили себе здесь по местам. Кто, господи, кто где машину ставит, вот. Хорошо сделали, нормально. Девочки, полный дом народу, вообще капец. Я сегодня вообще без завтрака, без никакого. Господи, как вас поставить-то? Я в 7:50 проснулся, блин, в 8 уже побежал. Вот. Сегодня без никакого завтрака вообще, поэтому как-то так. Пожужжим. Вытяжка громкая вообще. Сколько лет уже. Вместе с кухней ставили эту вытяжку. Очень громко. В общем, вот. Хризантемки от папы и розочки от нас. Вот. Штора, это, конечно, мешает здесь. Ну, в общем, вот. Вот так вот. Сейчас надо помидорку нарезать к яичнице. Так, где крышка? И надо вымыть плиту сегодня обязательно. Видите, какой ужас творится на плите. Так, не закрываемся. Вот, тоже полный холодильник сегодня вообще. Ужас. Вот. Короче, надо сегодня мне после того, как мама приготовит, мама с бабушкой как приготовят сегодня все на вечер, я обязательно вымою плиту. Потому что это не дело, это очень грязно. Вчера, девочки, в монетке по акции взяли чай Хербил зеленый вот этот. Так. Наш с мамой любимый чай, только мы раньше брали немного другой, мы раньше брали с мятой, это альпийский, вот. Зеленый чай, я люблю зеленый чай, так скажем. Хороший чай. У них там вообще много, у них там всякие красные чаи есть, и травяные, но это вот альпийские. Но они все травяные, то есть такой очень хороший чай. Поэтому покупайте, если что. Что это такое? Сам смотрю на эту ужасную плиту, думаю, господи. Мне же не лень. Мне же не лень. Просто мне нужно найти определенный момент, когда я ее вымою. Вымыть я могу в любой момент. Только вы мне найдите этот момент. Когда у меня будет время? Сейчас у меня времени нет. И сейчас выгоды нет ее мыть. Почему? Сейчас вечером начну готовить на этой плите, а она опять будет себя, как и сейчас. Эту плиту я мыл в начале недели, сейчас она в таком состоянии. Потому что кое-кто кое-что приготовил на ней.
Я же не могу за этим все время следить. А мне тоже как бы хочется в чистоте жить. Вот. Все, девочки, я уже пропил, обратно едем. Дождь пошел. Раз дождь идет, значит, на улице не минус. Если бы был минус, пошел бы снег. Сколько? +2 или +3. Ну вот, +3 сейчас. Я в перчатках, Аня тоже в перчатках. Идиоты какие-то.